На 430-м километре трассы Харьков-Киев открыли пункт обогрева. Там оказывают помощь водителям, попавшим в трудные обстоятельства, и помогают избежать случаев переохлаждения. В пункте круглосуточно дежурят спасатели. А также там есть запас пищи, чая, воды и теплых вещей. Рассчитан он на 12 человек. Состоит из трех автомобилей повышенной проходимости, которые за короткое время могут быстро перемещаться в любое необходимое место. Там уже будут дежурить и сотрудники МЧС, и полиции, и ГАИ. Там уже и Национальной гвардии в случае необходимости. И там уже люди будут оповещаться о том, что есть рядом пункт обогрева. Это практика постоянная. В случае, если автомобили застряли в снежных заносах на трассе, выясняется состояние людей, приглашается в пункты обогрева, а кому необходимо, уже там на вездеходах вывозят и в больницу. Также в состав пункта входит специальная дорожная техника «Облавтодора», которая предназначена для расчистки снежных заносов. Также здесь в данный момент находится специальная техника Харьков-Облавтодора для чистки дороги. То, что и периодически они в данный момент проводят. Приняты все меры для безопасного передвижения по автострадам города Харькова и Харьковской области. Всего в Харьковской области функционирует 312 пунктов обогрева. В них люди могут отогреться и выпить горячие напитки. Ксения Ручка, медиагруппа «Объектив».